на боевой. Он состоит из фюзеляжа, стабилизатора, круиз высоты. Здесь сидит два пилота. Координовый называется, потому что он управляется стальной нити и ручкой управления. Сюда прикрепляется двигатель МТ-16. А он... мощность какая? Стараюсь, пока еще не закончила. Как он будет? 7-м Б. А куда что за поездка? Ставропольский край, город Буденск. Нравится? Да, очень сильно. Значит, видишь, хороший. Ну, здесь очень много современного. Ну, правда, без родителей. А так мне все. Питаюсь очень хорошо. Уютно здесь, друзей много, подружился. Спортом занимаетесь? Да, я собираюсь. Вот в хоккей хочу. Никогда не пробовал, хочу попробовать, научиться. Это хорошо. Мы используем совместности для перевозки почты и сельхозмясо. А где ты где-то? Где ты где-то? 10 кг. Наш фотокружок. Здесь кадеты могут обучаться, начиная с 5 класса, на оборудовать, фотографировать, печатать фотографии, обрабатывать фотографии. Смотри, только оборудование. Да, мы оснащены как достаточно приличной студией. Вот. Позвольте покажу. Кадеты младших курсов, начиная с 5-го, работают на таких маленьких коммерческих. Но полноценные, без зеркальных фотоаппаратов, но с функциями взрослого камеры. Сменная оптика. Постарше дети Canon 660. Mm-hmm. Преподаватель пользуется у нас вот аппаратом Canon LCD Mark II со всей серьезной оптикой. Что позволяет нам делать качественные фотографии. Вот, да. В нашей студии. И отпечатано на нашем же оборудовании, вот, на нашем принтере. Печатать мы можем как форматы А2, так и форматы А0. Делать моментальные печати фотографии 10 на 15. Все возможности. Можно сделать фотографии вверх. Тут, значит, где-то так вышел. Ага. Мы идем на ледовый боец. Посмотрим, как мы пойдем, я поведу сама. Ну, то есть вы будете в крепости. Да, с Анной. А еще раз поверните. Да, просто. Прям на меня можно? Нет, они... И пускай от меня уезжает. Ничего, ничего. Я хотел бы вам продемонстрировать мини-модель
светофора. Она работает точно так же, как и обычный светофор, только время у нее сгорения огней немного поменьше. И еще одна модель, которую я хотела бы вам продемонстрировать, это мини-стиральная машина. Когда закрываешь дверь, мотор начинает крутиться и мигает лампочка. Открываешь, мотор перестает. Закрываешь, она опять крутится. Нравится? Да, очень. Вообще, ты с какой дверь? Я из города Краснодар. А ты откуда? Я из города Гречи. Гречи Круч. Между шеренгами 5 шагов потока. Вперед! Выше бедро. Не спику прямую. Вперед! Хороший, нравится? Лучше. Лучше. Я не видел.